Четыре кандидата на пост губернатора Алтайского края официально подали документы в Краевую избирательную комиссию. Срок приема документов завершился. Напомним, трое претендентов – в Рио губернатора Виктор Томенко, выдвинутый «Единой России» кандидат от ЛДПР Владимир Семенов и от «Справедливой России» Людмила Суслова – успешно прошли муниципальный фильтр и сдали весь необходимый пакет документов в Крайсберком еще в пятницу 27 июля. Днем позже, 28-го, последний день приема документов, подписные листы в свою поддержку принес бизнесмен Андрей Крылов. Его выдвинула партия «Роста». Он так же, как и его соперники, набрал 560 голосов и предоставил свой сенаторский список. Отметим, еще два кандидата, ранее заявивших о себе, общественный деятель Виктор Рау, журналист Сергей Сущевский, из предвыборной гонки выпали. Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр и собрать необходимое количество голосов в свою поддержку.